Развитие международного и межрегионального сотрудничества – это одно из приоритетных видов деятельности как на национальном плане, так и на региональной повестке. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил как регионам, так и правительству Российской Федерации задачу по привлечению прямых инвестиций в экономику. Сегодня в рамках аппаратного совещания губернатор утвердил региональный комплекс мер, который будет способствовать привлечению иностранного капитала и российского капитала в экономику нашего региона, что позволит создавать новые рабочие места и увеличивать темпы роста экономики Ульяновской области. Соответственно, развитие международных и межрегиональных кооперационных связей – это на сегодняшний день задача номер один, которую мы вместе с отраслевыми направлениями, вместе с органами исполнительной власти и институтами развития должны совместными усилиями решать. Кроме того, мы действуем в контексте нашей национальной внешней политики в соответствии с задачами, которые ставит нам Министерство иностранных дел, координируемое, вы знаете, непосредственно президентом Российской Федерации. Это одно из немногих федеральных ведомств, которое напрямую подчиняется и подведомственно президенту, нашему первому лицу. Такая же структура предполагается и на нашем региональном уровне. Соответственно, Министерство развития международных и межрегиональных связей будет выходить напрямую на губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Мы реализуем комплекс мер в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Но, кроме того, губернатор ставит задачу расширить это сотрудничество. Мы будем работать не только с соотечественниками, которые проживают в зарубежных странах на сегодняшний день, но мы должны сплотить вокруг себя и тех людей, которые просто выехали за пределы Ульяновской области, которые могут способствовать продвижению наших региональных интересов. Главными направлениями деятельности Министерства развития межрегиональных и международных связей, безусловно, будет расширение торгово-экономического сотрудничества с приоритетными странами-партнерами. Соответствующие страны прописываются у нас уже в становящемся традиционным документом. Это декларация целей и задач развития международного и межрегионального сотрудничества региона. На сегодняшний день более 100 стран, с которыми осуществляется кооперационное взаимодействие. И с точки зрения привлечения инвестиций, что прежде всего нас интересует, и с точки зрения продвижения нашей продукции за пределы и региона, и за пределы страны. И мы знаем, что на сегодняшний день один из национальных проектов – это развитие международного экспорта и международных проектов соответственно. Кроме того, мы также охватываем несколько направлений гуманитарного плана. Это развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Оно на сегодняшний день является для продвижения наших региональных экономических интересов главной и приоритетной подушкой и основой для того, чтобы развивать наше экономическое сотрудничество. И, безусловно, сотрудничество как с зарубежными, так и с российскими партнерами в плане научно-технического сотрудничества. Мы имеем множество проектов, которые уже имеют возможность наблюдать жители Ульяновской области. Как я уже повторила, основной целью задачи является развитие социально-экономическое нашего региона. Для этого мы выстраиваем нашу международную и межрегиональную деятельность.